Нормально, да нормально, она сейчас я над водой. Помахать что-нибудь. Нормально, нормально. Нормально. А врач есть доктор? Я доктор. Нормально, не надо ей больше ничего, махай просто. Ей нормально, ей вода вполне помогает. Что принести, скажи. У меня очень часто от переутомления, видно, от сцены, она сегодня перенапряглась, у нее очень часто... Сейчас, подожди. Нормально все. Все, не брызгай ее больше, Андрей, пусть она уже сейчас... Это уже не первый раз. Она раньше же потеряла сознание, я просто знаю. Она когда худела... Настя, сколько она сегодня ела? Она ела рано. Ну, молодец. Видишь, она опять сегодня ничего не жрала, вот она убежала. Да нормально все. Проверь. Нет, подожди. Сейчас затылок. А лучше чего давай, знаешь, лекарки, чай. Лучше тебе дай затылок. Смотри, ты банку отверни. Банка холодная, не сбери. Сейчас я налью чай. Сладкий ее. Отверни ее. Она не пробьется. Махать еще. Холодная вода, я знаю. Не надо будет. Кури ты, Так, давайте все, уже кейка. Да. Поехали. Да. В гостиницу едем, все, быстро. Сейчас донесем, донесем. Такси где-то. Не можно. Разоело. Лен, на сладкого чая тебе не горячего сделал, на попей. Сейчас пролью. Да, давай тебе бежим. Прям сладкий попей чай. Холодно? Холодно. Ну, хорошо. Я тебе водой-то от души сегодня облила, Лена. Волосы. Поехали просто в гостиницу. Гостиницу сделаем. Там на глазах у изумрудной публики уже смысла не хватает. Давай, знаешь, что на нее сделаем? Сейчас ей надо... Есть какую-нибудь резинку у кого-нибудь? Там этот краповый. Где? Серег. Да, пожалуйста, Саш. Сейчас мы ей капюшон на голову. Один, а то она вся мокрая, чтобы не заболела. А можем бандан черный? Давай. Е-мое. Лен, не больно? Нет. Что, где надо прям фигачить? Вот так вот нахуй. Кто у вас?